Приветики! Сегодняшнее видео будет очередной заказ моей серебряной бижутерии. Взяла я ее с AliExpress, но непосредственно с магазина Tardo. У меня уже есть видео о предыдущих моих покупках с этого магазина. Если вы его не видели, сейчас выскочит подсказочка. Также приобрести все это вы можете по ссылочкам под моим видео. Я взяла вот так вот, как сейчас все видеоблогеры ходят, надпись такая. У меня здесь написано I love you. И сам кулончик идет с посеребрением 925 пробы. Антиаллергенная эта бижутерия, а также не стирается, не теряет свой цвет. Полностью со всеми наборами этих украшений именно с этого сайта. Также дается специальная тряпочка, которой вы натираете это все дело до блеска. Заказала также себе это у меня письмо. Когда у меня вообще перестанет работать телефон, то надо будет смс-ки вот такими письмами кидать. Тряпочка идет стандартная, без никаких особых приукрашений. С одной стороны, получается, летит это... Ну, я не знаю, мне это напоминает вот как самолетики бумажные, да, запускать. Может, это, в принципе, планировалось как сердце какое-то, но мне все-таки напоминает больше эти самолетики. И с другой стороны самого кулончика идут надпись, то есть стоит проба серебра и какой-то смайлик. Также коротенькая, ложится именно в ямочку и прикольно довольно-таки проливается. Ну, короче, симпотная штука. Милюшные слоники, это гвоздики в уши. Что-то у меня нос чухается. Я их заказывала уже своей Златуське, потому что она у меня уже модница, и когда смотрит, что я сережки переодеваю, у нее золотые колечки маленькие, то она все: мама, я тоже хочу. То я уже так выбрала для нее такие маленькие слоники. Я очень люблю стиль боху, как вы видите, я вообще такая чуть-чуть женщина экстравагантная, и сегодня я даже прическу сделала special for видео. Конечно, эта помада типа чуть не в цвет моего платья. Когда я собиралась снимать видео, я думала, что я одену что-то другое, а потом увидела, как заблестело мое платье, и я решила, что какая разница, какая помада, если я хочу уже блестеть в этом платье. Отвлеклась снова от темы. Много свободных черных платьев, потому что я люблю гулять в них летом, вот когда жарко, такое свободное, там какой-то атлас. Золото как-то неуместно, если такое платье балахоном, то золото как-то уже реально цыганский табор, а серебро, оно все-таки типа спонта по фэшену на этот, как он называется, ну, стиль бохо, да. Может, он уже не актуальный 150 лет, ну, кто его знает. У меня актуально все. В общем, взяла вот такое колечко, это крестик. Ну, вернее, оно сделано как в форме хрестика, и я его планирую одевать на вот этот палец, как-то вот так вот. Раньше я всю свою молодость ходила, у меня на каждом пальце было серебро, и вообще я думала, что я всю жизнь буду носить серебро, и моя тетка, как сейчас помню, говорит: ты любишь серебро, пока у тебя нет золота. Когда у тебя появится золото, ты снимешь сразу все серебро. И так оно и было, как в воду сотрело. Тоже AliExpress, только это магазин уже Seyoumi. Также на него ссылочка сейчас сверху выйдет, на предыдущее видео с этого магазина. Здесь я заказала исключительно колечки. Сбоку буду приближенно вам показывать, потому что фокус моей камеры не айс. Такой, типа, венок с корон. Объемная, на внутренней стороне написан бренд Seyoumi, и я его одену на палец. Я думаю, что все-таки даже было бы прикольно, если бы они все регулируются, все кольца этого бренда, все регулируются размер. То есть, если его зажать, можно даже на кончик для фотографий, там, знаете, сейчас модно кольца на пальчики снизу носить. Булечками оно такое идет типа по краям, а тут с понтом на короне черный камень торчит. У меня есть такой же кулончик и такие же гвоздики, поэтому я буду носить это все набором. Кулончик сюда такой черненький и эти гвоздики. В общем, я себе сделала уже целый комплект с голубым камнем, и я вам даже сейчас без ошибки скажу, как камень называется. Топаз. Ну, понятно, что это не настоящий топаз, потому что топазы, они идут полудрагоценные камни, и я не ошибаюсь, потому что у меня подружка работала в ювелирке, и я у нее уже расспросила. Натаха, тебе привет. Есть золотое кольцо с раух-топазом, это с коричневым камнем настоящим, полудрагоценным. А это получается как имитация топаза, именно вот такой нежно-нежно-голубой оттенок,
как лазурь моря, на которое я мечтаю попасть. Пор колечек. Здесь идет. Так, мне не нравятся так мои руки костлявые. Прям не люблю показывать, да даже фотографии фотографирую, то на коробочках. Я не знаю, у меня пальцы какие-то кастурбатые. Те руки. Что у меня через нож чухается? Что, моя напетиса? Нет. Три. Тоже очень красиво сделано. Сейчас сбоку будете наблюдать видосик. Они также регулируются, и я, скорее всего, буду их регулировать вот так на кончике. То есть на пальце, даже не здесь, а вот здесь. Итак, на три. Еще куплю себе флеш-татухи золотые. Женщина чисто по стилю. Танюшка очень хорошо сделала маникюр. Просто у меня очень быстро как-то кутикула отрастает. И я вот сделала маникюр, когда ему еще недели нету. А сегодня уже сама себе делала маникюр, именно чистила кутикулы, потому что у меня почему-то кожа слишком быстро зарастает. В общем, протараторила. Надеюсь, вам понравилось. Ссылочки все в описании. Я вас очень сильно люблю. Пока!